Итак, друзья, второй день я сегодня пользуюсь штукатурной станцией и пистолетом, этим штурмом, наношу шпаклевку. Ну, сейчас уже все нюансы, можно сказать, знаю, как разводится шпаклевка, насколько ставить бар, текстурник при нанесении. Ну, что могу сказать? Вот здесь вот я наносил шпаклевку вот эту стенку текстурником, вот эту стенку вручную. Здесь у меня получилось, это был в первый день, это на эту стену у меня ушло по времени 22 минуты. Стена у меня 15,18 метра квадратных. То есть получилось 0,69 метра квадратного в минуту. Вот эта стена текстурником в первый день у меня получилась, сама стена 16,38 квадрата, ушло 26 минут. В итоге у меня получилось 0,63 метра квадратных в минуту. Ну, я даже что-то маленько подразочаровался, что какой был смысл покупать пистолет текстурный, если я вручную наношу даже быстрее, чем станция. Но вот на второй день сегодня я уже так и с разборами побаловался, пожиже, погуще подбивал и увеличивал давление на выход. И что у меня получилось? Я сделал сейчас давление на 6 бар для текстурного пистолета, хотя там это рекомендовано 3,5-4 бара. 6 бар наносит быстрее и более меньше. Так, ну и вот у меня теперь получилось стенка последняя, которую я сейчас делал, нанесена. У меня получилось здесь 13,464 метра квадратных, я нанес на 17 км. В итоге я довел скорость до 0,8 метра квадратных. То есть 0,8 метра квадратных за 1 минуту. Получилось быстрее, чем вручную. Вручную я наносил 0,69 метра квадратных. Да, также забыл сказать, что время, которое я считал по шпаклеванию стен, это время идет чисто на шпаклевку и на выливание раствора из ведра вот в этот бачок для текстурного пистолета. Замешивание раствора я не учитывал. Так же, как и при шпаклевании вручную. Ну и еще причем нужно учитывать, что стена не сказать, что сильно длинная. Если бы стена была длиннее, то скорость бы текстурника постепенно бы увеличивалась. Так как вручную все-таки если постоянно носить, там, подтягивать,